Добрый вечер всем. Сегодня 16 декабря. Сегодня специально мы записываем из города Ярославля. Уникальное событие, которое сложилось именно в году 23-м. Мы находимся сейчас в городе Ярославле. Это северо-восточная европейская часть России, недалеко от Москвы. Это миллионный город. И в 2002 году я познакомился вот с этим прекрасным человеком, Светлана Адеева, которая от самых истоков была в начале нашей школы, нашего фонда и федерации, и прошла все ступени обучения по всем системам. И она сейчас, сегодня, в этом году, она получила заслуженного мастера. Это значит, она может, способна работать на расстоянии по всей планете Земля. И в онлайне, и через фантомы, и как угодно. Сегодня уникальный день. Сложился 16 декабря, что ее ученики именно сегодня сдали 4 человека сразу на мастера зороастризма. Сразу 4 человека одновременно в одном городе. И это очень сильный и мощный коллектив. Он уже мощный коллектив. Мы видим по энергетике города. Вы можете сейчас через нас промерить, измерить энергетику в небе над Ярославлем плюс 30 плюс. Это офигенно круто. Таких городов у нас в стране только 3. Красноярск, Улан-Удэ и вот Ярославль. Так вот, Светлана Адеева создала эту прекрасную школу. Да, много других учеников есть, много там, все отлично и прекрасно люди развиваются в этом городе. И небо открытое и чистое. Света создала эту школу и с самых первых лет обучала много людей. Но вот сегодня, наконец-то, первый раз в этом городе появились другие мастера. Уже с сегодняшнего дня у нас 5 мастеров. Это огромный праздник. 5 мастеров. И знаете, это не простые мастера. Среди них есть и веганцы, и сдубхи, и сирианцы. И вообще уникальные люди, каждый сам по себе звезда. И как они нарабатывают, как они вот сдавали экзамены, 2 из 4 сдали все каналы на плюс 30 плюс. То есть это значит прямой галактический луч. Они стоят в луче, это уже звездные души. Так, что я еще хочу сказать? Город процветает. Все люди ездят, ходят в ресторан, там ездят на машинах, радуются. Вот они что-то веселые, непонятно, да? Пить даже не хочется. Как весело, что-то в городе, в небе хорошо. А кто это сделал? Это сделала вот эта ярославская группа. Это именно они, больше никто, потому что энергетика растет постепенно, потому что мы видим результат. А Света Адеева у нас вообще рекордсмен. Она входит в группу поддержки Земли. И вы знаете, она одна за 3 дня долбанула черную базу демонов под Ярославлем, под Тугаевым кладбищем. В одиночку. Сразу миллионный город и область освободила от такой дряни. Так что есть прекрасные примеры у нас. Благодарю всех за внимание. Изучайте духовные практики. Это ваша вечная жизнь и долгое здоровье. Ручки на мосты.